Приз за победу тривиален – деньги. Впрочем, о какой сумме идет речь, организаторы не говорят. Наталья Гусок, Кадмир Штенгелов, события Днепропетровск. И, как сообщают наши корреспонденты, ни в одной из стран не случилось обещанного на 18:00 конца света. Американский проповедник, автор этого прогноза, снова просчитался. Хотя у нас еще есть шанс застать апокалипсис. В интернете есть целое расписание.